сожалению, наш бизнес тупоголов. Он далеко не американский. Я в 1997 году купил там ролики за $19. За 27 лет инфляция там стала 28, но это не 60 с пересчетом в российских магазинах. К слову о том, что они еще и ездят. Сия информация была предоставлена Алексею, что он и проверил, и доказал, что Орион круче всех. Сегодня мы с вами побываем в отличном магазине под названием Орион. Здесь вы можете купить любую игрушку на выбор своему ребенку, сыну или дочке. События весьма интересные, я бы сказал, нужные. Если снизить аренду, то и цены упадут. Хотя они и так низкие, то и есть. Сейчас мы с вами находимся в разделе с Лего. Здесь вам и маленькие наборы, и большие, прям очень большие. Вы не представляете, сколько их долго можно собирать. Ну, конечно, если вы профессионал, вы можете его собрать там за день или за два. Ну, вы можете сюда прийти хоть когда. Тут очень маленькие цены на маленький набор. Не то, что в каких-нибудь детских мирах. Там они уже маленькие наборы по 1000 улетают. А тут и маленькие, и большие наборы имеют свою приличную сумму. И это есть цель. Каждый раз счастье. А что еще нужно для удовольствия? Честно, со мной им делятся. И это от винта. Алмазная мозаика. Очень занимательная и в результате красивое дело. Оно может подойти как к девочкам, как к мальчикам. Вот, например, вот есть вот такой большой размер, но также существует и очень маленький размер. Но в результате вы не представляете, будет такой красивый результат, вот даже вы сейчас можете увидеть. Из-за этого советую вам это, конечно же, брать. Интересный рассказ от меня. Я был в Китае и не видел столько кого. К слову, при частом посещении новинки есть всегда. Ну, сейчас вы вот... Тут огромное количество так называемых, вроде как называются эти игрушки, Бейблейды. Я просто не помню, уже из этого возраста уже вырос. Тут вот есть и вот эти очень модные, как я знаю, их просто что-то там раскручиваешь, и они уже сразу разгоняются очень быстро. Или же вот такие, их там надо прям собирать отдельно, и у вас получится вот такой, как на картинке, крутой Бейблейд. Вы можете взять с собой 1000 рублей, прийти и купить себе вот 2 таких или 3 таких, чтобы поиграть с другом или с семьей. И также для них есть тут отдельная арена. Это все уложится в 1000 рублей ровно, потому что цены очень дешевые и все доступно. Вот как раз сейчас вы можете увидеть надувные фламинго, матрасы, ну, чтобы плавать летом. Сейчас останется 1/4, и вы можете с семьей отправиться и покупаться. Вы можете взять вот таких больших фламинго, или вот матрас, он никогда, ну, типа, не упадет, не потонет, потому что, ну, у меня уже опыт, я это все знаю. Из-за этого вот вам рекомендую взять либо большой, либо маленький матрас. И тогда вы будете прям наслаждаться этим чувством плавания. Вот сейчас очень трендовая вещь, это гусь обнимусь называется. Тут у него есть маленькие размеры и есть очень большие размеры. Цена тут в принципе небольшая. Я вот на днях заходил в Джазмол, там какой-то отдельный магазин. Там большой гусь стоит 3500 рублей, ну... Это слишком как-то, мне кажется, много. Тут вот даже вот такой, он стоит уже 650, а там уже по 1000 может завалиться. А вот эти большие, они 1180 рублей стоят. Ну, цена, разница очень большая. Вы вот, наверное, сами должны это все понимать. Причем это не просто игрушки для дома. Да никаких проблем. И для тех, кто хочет развлечься на улице, есть от и до. Вот как раз мы и под конец зашли к нашим любимым девочкам. Здесь вы можете увидеть очень большие куклы. Это там Леди Баг, вот какая-то очень типа из норковой шубы кукла. Вы можете с ней наиграться хоть и вот до нашего возраста. Но это, конечно же, девочка, не мальчиком. Также там вот есть кухонные наборы. Вы ими можете воспользоваться.
готовить ее к будущей жизни, чтобы она, ну, со своей семьей могла сделать там ужин, обед, завтрак и так далее. А мататынские мабусявки, о, как я умею. Срачняк, докидываем инфу. Советская до упор, на север, далее налево. Дорог на Банной много, но та-та-та. Мимо этого поворота не проехать. Тут светофор и две остановки направо. И через три поворота направо. Лейбл теперь в вашем мозгоусявке. Именно здесь, а, счастье, полные штаны. Вот вы сейчас все и увидели. Вам, наверное, это все, конечно же, понравилось. Вы можете сами сюда прийти и посмотреть какой-нибудь отличный подарок своему ребенку на день рождения, за четверть, ну, хоть за что, или же просто так.